Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил Роспотребнадзору и Следственному комитету провести проверку Бердского приюта для бездомных «Шанс». Прокуратура Новосибирской области отказала Министерству соцразвития во внеплановой проверке Бердского приюта для бездомных «Шанс». Как заявили в администрации области, автономная некоммерческая организация «Шанс», на которую пожаловались близкие одного из бывших постояльцев, не участвует в выполнении госзаказа и не относится к подведомственности Министерства соцразвития. Осуществлять контроль за его деятельностью, помимо плановых проверок, министерство не уполномочено. Как мы сообщали ранее, Бердская прокуратура и Следственный комитет уже проводили проверку, результаты которой были обнародованы неделю назад. По словам помощника прокурора Кристины Червоных, возбуждение уголовного дела по предъявленным обвинениям в адрес руководителя приюта Александра Криволуцкого отказано. Следственный комитет также не нашел нарушений в учреждении.